Свободное время мужчина должен проводить с пользой, будь это подвижный вид спорта или хобби для ума. Мы подобрали несколько интересных занятий для улучшения настроения и самочувствия. Стрельба из боевого оружия – прекрасная возможность развить глазомер, концентрацию и меткость. Для мужчины в любом случае оружие, тем более настоящее боевое оружие, то есть оно всегда вызывает интерес, начиная от запаха пороха и то есть, заканчивая отдачей. Азарт, адреналин, который получаешь именно от того, что ты стоишь настоящего оружия. На огневом рубеже стреляем из ТТ Олимпия, МП5 карабина и австрийского Глока, любимчика из популярной компьютерной игры. Изучаем правильное и безопасное обращение с оружием и... Яблочко. На начальном этапе той стрельбы, то есть учим правильному спуску, учим правильному обращению с оружием. То есть это в любом случае, то есть никогда не будет лишним ни меры безопасности обращения с оружием, ни наработка, скажем так, именно самой стрельбы. Хотите ощутить убойную мощь в руках? Стреляйте! А на очереди не менее интересное занятие. Для тех, кто в детстве мечтал о машинках на радиоуправлении, посвящается. Это не игрушки, это хобби многих гонщиков и дрифтеров. Взяв модель и выехав на трассу, ну, ты испытаешь не менее эти крутые ощущения. Только все безопаснее, в тепле, и тебе не нужно заправлять постоянно, только заряжать. Это копия настоящего автомобиля, только в 10 раз меньше. Амортизаторы, узлы, рычаги и прочие детали точь-точь как настоящие. Внимание, сборка модели тяжелая и кропотливая работа, но наградой будет результат – уникальный спорткар. А настройка и наладка автомобиля развивает творческие и технические навыки. Ну, вообще, чтобы как-то в этом разбираться, нужно иметь хотя бы какие-то общие представления о том, как устроен настоящий автомобиль и как законы физики наши действуют на нашей планете. Неспроста это автомодель называется, это не игрушка, не машинка, не моделька на радиоуправлении. Едем дальше. Регби – игра, по мнению книги рекордов Гиннесса, с самыми сложными правилами. Желаешь сохранить здоровье и трезвость ума – становись регбистом. Заниматься могут ребята абсолютно любых. Любой комплекции. Это касается и веса, и телосложения. Регби – такая уникальная игра, что каждому на поле найдется место. То есть и позиция в соотношении с его физическим состоянием. Это силовой и командный вид спорта. Укрепляем мышцы, развиваем гибкость, выносливость и скорость. Регби вырабатывает смелость, дисциплину и дарит уверенность в себе. Заниматься у нас могут ребята, начиная с 5 классов. Ну и, конечно, мужчины. Прежде всего, мы делаем ставку на студенческое регби и на взрослое. Вывод – физическая подготовка – не показатель. Самое главное – это характер и сила духа. Приходили ребята, которые весили 60-70 килограмм, но та жажда, тот настрой, с которым они играли, они действительно впечатляют. Итак, вывод – план, работа, дом, сон не располагает к счастливой жизни. А вот страсть и увлечение должно быть у каждого. Удачи!